дали. Хлебом, солью вас вітаю, щастя, долі вам вітаю. Вся шлюбу запрошаю, заходьте, будь ласка. Я тут расходить переживаю. А вы еще там не готовы будете, да? Сегодня, 11 ноября 1995 года, в отделе записей актов гражданского состояния Березинского райисполкома регистрируют брак Капли Дмитрий Дмитриевич и Абрамович Наталья Геннадьевна. Дорогие новобрачные, сегодня в вашей жизни, в жизни ваших родных и друзей, радостный и торжественный день. Сегодня вы сочетаетесь с браком, создаете семью и добровольно принимаете большие взаимные обязательства. В нашем обществе никто не принуждается к вступлению в брак, но каждый, кто переступает порог совместной жизни, обязан подчиняться его законам. И сегодня вы, уважаемые Наталья и Дмитрий, в присутствии своих свидетелей, родных, друзей и гостей, обязуетесь идти по жизненному пути вместе, любить и уважать друг друга, сохранять преданность и верность, чтобы на долгие годы сохранить сегодняшнее счастье и суметь преодолеть любые жизненные трудности. Вы пришли к нам когда-то в первый раз, как жених и невеста, а сегодня из этого зала вы уйдете мужем и женой. На вашем жизненном пути будут и радости, будут и невзгоды. Но всегда и везде помните, что радость, разделенная на двоих, становится значительно большей, а горести и неудачи, если вы их будете делить пополам, станут для вашей семьи совсем незначительными. Став мужем и женой, помните, что вы в ответе за судьбу любимого человека, а также за будущее семьи, которую вы сегодня создаете. Берегите друг друга, уважайте друг друга, сохраняйте вашу дружбу и любовь, и тогда сквозь многие годы вашей счастливой супружеской жизни вы сможете принести те чувства, с которыми вы пришли сегодня сюда, в этот зал. Перед актом торжественной регистрации вашего брака я обязана в присутствии ваших свидетелей задать вам вопрос. Дмитрий Дмитриевич, готовы ли вы всю жизнь быть верным другом Натальи Геннадьевны? Берете ли вы на себя ответственность за будущее вашей семьи, за будущее ваших детей? Да. Наталья Геннадьевна, является ли искренним и чистосердечным ваше желание вступить в брак с Каплием Дмитрием Дмитриевичем? После регистрации брака вы желаете носить будущую фамилию Капли, даже? Да. В полном соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь, по вашему взаимному заявлению и с вашего взаимного согласия, которое только что в присутствии своих свидетелей, родных и гостей вы высказали, сегодня ваш брак регистрируется. Свое желание вступить в семейный союз я вас попрошу скрепить подписями. Для этого прошу вас сюда подойти. Все Thank you.
Вам же раз подписывают петицию. Семьи и строителями вашего семейного счастья. Пусть вам запомнится эта минута, да будет священна она. Отныне не просто вы друг и подруга, отныне вы муж и жена. Из глубины веков пришла к нам легенда о покровителе новобрачных Гименеи. Когда Гименей встречает два любящих сердца, он дарит им кольца, чтобы молодых не разлучили житейские невзгоды. Однажды хорошим днем Гименей встретил и наших, Наталью и Дмитрия, и подарил им кольца. Под воздействием их большой, настоящей и искренней любви эти кольца стали золотыми, и сегодня наши новобрачные обменяются ими как символом любви, дружбы и уважения друг к другу. Пожалуйста, Дима Первый. Свидетельство о браке. Документ, который удостоверяет создание вашей семьи. Принесите вот этот документ и вашу чистую и крепкую дружбу и любовь через всю вашу счастливую супружескую жизнь. Я вас поздравляю, Дима. Совет тебе да любовь в жизни. Будьте счастливы. Наташа, я вас тоже поздравляю. Будьте счастливы. Возьмите ваши документы, паспорта там не теряйте. И сегодня в память о дне рождения вашей семьи я вам хочу передать на хранение и для заполнения вот эту вот летопись семьи, уже вашей семьи. И хочу вам пожелать, чтобы в вашей семье через 25 лет вот эта символическая летопись стала серебряной, через 50 лет – золотой. И чтобы на день свадьбы золотой вы вместе с вашими свидетелями, друзьями, гостями, родственниками, детками, внучатами, и дай бог к этому времени у вас уже будут и правнуки, и чтобы вы все вместе по этой летописи прочитали, как же хорошо, счастливо и радостно дожили вы до свадьбы золотой. Это хозяйки дома по традиции. Женщина будет писать, а муж будет всю остальную работу делать. А теперь гости и друзья, поздравьте наших новобрачных. Жениха. Поздравляйте, давайте все, что вы. Пусть ручку снимите.
Остальные все. Любимый, большой-большой, сильный, неземной. Благо вам всего.
всего видно. Смело есть. Что? В камеру что-нибудь скажите. Ты смело. Ну, поздравляю, тебе желаю. Вам возможно и хотелось. Счастья, здоровья, любви. И главное, чтобы сопутствовала всегда вас удача. Хоть поцелуй тебя, как кажется. Ты кого-то говоришь? Молодцы, такие зубки ранки.
сестра Лена? Это я, блин, это я тетя. Ой, интересно, тетя. Скажите что-нибудь. Ну, я не знаю, что говорить. Все это в жизни проявится. Все хорошее должно быть. Если тетя такая классная, будет хорошо. Опоздали. Очередь за кукусой. Красиво там. Что тебе видно там?